Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников моложавым видом и стройной фигурой. Певица не скрывает, что старается хорошо выглядеть ради детей Лизы и Гарри. Семилетние двойняшки только недавно пошли в первый класс. К слову, на школьной линейке Алла Борисовна предстала в мини-юбке и косухе. Фанаты считают, что только Примадонна может себе позволить такие смелые образы. Эксперты в области моды заметили, что днем артистка любит носить светлую одежду, а вечером темную. На светских раутах она обычно появляется в мешковатых платьях. Но после похудения Пугачева все чаще показывает ноги и подчеркивает талию. Одним из ее любимых нарядов стало черное платье с белым атласным воротником и юбкой солнца. Наряд обычно она дополняет босоножками и широким поясом, который выделяет ее талию. Накануне в фан-аккаунте звезды появился снимок, где она в этом платье позирует с дочкой в замке. Лиза была в алом наряде с принтом, а ее волосы были заплетены в косички. На подлокотнике сидел Галкин, который предпочел надеть джинсы и белую футболку. Теплое семейное фото гласит подпись к посту. Примечательно, что ранее Алла Борисовна в этом же наряде встречалась с историком моды Александром Васильевым, когда передавала ему часть своего гардероба. Многие поклонники были восхищены тем, как одевается звезда. Чудесная семья, нет слов. Алла вечно молодая. Как она одевается, всегда с изюминкой. Она показывает только щиколотки, это правильно? Какая красивая в этом платье, стали комментировать кадры пользователей сети.